Всем привет, мои дорогие! Сегодня видео я снимаю в магазине English Home. Хочу посмотреть, какие у них новинки, какие акции. Я снимаю уже не первый раз в этом магазине, приблизительно с перерывом в месяц. Вот. И в последние месяцы как-то меня ассортимент новинок и цены не радуют. Но, тем не менее, посмотрим, что у них в этот раз есть нам предложить. Так, я вижу такая вот тортовница с крышкой. И вот таком же, с таким же рисунком есть чашка, термочашка. Ой, куда же ее поставить? Вот, стоит она 1100 гривен. Крышка, такое ситечко. Не первый раз замечаю у них какую-то путаницу в ценах. Они их экстремально завышают, потом проводят акцию, и цена может в 2 или в 3 или 4 раза быть ниже. Тем не менее, вот такая металлическая этажерка для фруктов и сладостей. Цены я в последнее время не смотрю, так как говорю, они не актуальны. Странный какой-то гаджет. Кастрюлька, а ручка как у бидончика. Странный гаджет. Да, вот это такое. Вот такие вот термокружки. Ага. Типа термо. 599 гривен. Цена неадекватная. Вот крышка тут на силиконе. Хорошо вставляется. Здесь желтый. Вот еще красный. Красивый, приятный красный цвет. Терракотовый. Так, это из новинок. Вот я уже видела в прошлый раз, но не смогла добраться до этого продукта. Такой как бы лоток-судок с крышкой, а в нем мини-судочки, в которых можно подавать какие-то соленья, переносить их. Можно крышку использовать как доску. Еще с таким же принтом такая вот бамбуковая досточка. Для горячего можно использовать как подставка или что-то на ней нарезать. Колбаску. Ложка для ложки, 109 гривен. Не знаю, цена будет на нее применяться скидка или нет. Сейчас пишут скидка 70%. Так, из новинок вот вижу вот такую линейку посуды. Вот маленькая такая мисочка, салатничек. Овальная, круглая. И вот очень симпатичные дизайны, приятные на цвет. В такой линейке. Хорошее такое блюдо-поднос. Стоит оно 1049 гривен. Кофейный набор, две чашечки, два блюдечка такие напоминают на ракушку. И чайничек с мисочками в китайском стиле. Такой мятный, зеленый. С этой же линейки идет салфетница. Стоит она 179 гривен. И набор из двух таких микро-мисочек для запекание, подогревание. Вот новинка. Набор из трех чашечек. Это керамика. Стоят они 429 гривен. Опять-таки неизвестно, со скидкой, без скидки. Подставочка 29 гривен. И чашечки поболее. Черная и серая. Тоже керамика. Набор из двух штучек стоит сейчас 249 гривен. Вот очень симпатичные еще такие тарелочки, подставочки, подносики. Очень ненавязчивый принт. Нежный. Мне понравился. И вот такие вот волнистые тарелочки. Большой диаметр, поменьше. И маленькая мисочка. Стаканы были в прошлый раз. Так, синяя тематика. Тут 199 под тарельники, тарелочки, баночки, жестяные банки для хранения. Вот такие вот наборы из трех стаканов для десерта или для коктейля. 229 гривен. Это стекло. Тут ничего, но тарелочки, приборы. Так, вот такие вот две скатерти стоят 599 гривен. И очень симпатичные подтарельники, салфеточки. Набор из двух штучек стоит 199 гривен. Стеклянные тарелочки для соления или для сервировки 329 гривен. Тут разнообразные тарелочки. Мне понравилась вот такая вот в форме цветочка. Такой волнистый край, 249 гривен. Так, подносы просто зеркальные, очень красиво на них подавать. Чай, кофе. И вот набор из трех салатников. Вот маленький выглядит
Вот так. Тоже внутри в форме цветочка рисунок. Цена у него 379 гривен за три вот таких салатника. И вот такие вот емкости для уксуса, масла или это соль. Для соли и перца непонятно. Очень много для сервировки, для подачи посуды. Вот эти вот баночки были в прошлый раз для орехов, цукатов. Вот еще такая большая миска салатник. Так, вот эта вот серая бежевая посуда была. Солонки, банки были. Так, появилось немного посуды, или просто они тут немножко навели порядок. Вот такая вот кастрюля стоит 7500. Честно говоря, качество на эту цену не совсем. Я думаю, тут с ценами не все в порядке. Так, много аксессуаров для кухни, какие-то лопатки, доски разделочные. Вот банки для хранения. Мне очень нравится вот эта вот форма. Единственное, что я привыкла к силиконовым, с них никого не вынимается кекс, а вот тут не знаю, как будет. Цена такой формы стоит 599 гривен. Корзина плетеная, очень красивая, крупное плетение. 329 гривен, очень хорошая цена. Подносы с бабочками. Вот подносы в другом принте. Вот набор еще сковородок за 4000. Так, пластиковая подносик, а на нем 6 форм для салатников или для солений. Так, вот эти вот стаканы и бутылочку я уже показывала. А вот новинка появилась, такая сахарница, фруктовница. Единственное, что она стеклянная, как-то стеклянная ножка приклеена. Не знаю, долговечно ли. Так, тут поставили уже под конец сезона лимонадники. Такой вот лимонадник стоит 1299 гривен. Краник внутри. Мы с Дашкой схватили эти бутылки-термосы. Термостаканы с рогами, оленями. Открываешь, и просто течет тебе твой напиток. И закрываешь. Очень симпатичные. Белый и розовый. Так, из новинок вот такая вот конфетница, фруктовница. Такая массивная. 499 гривен. Вот, и уже поболее, больше диаметр вместительный, тут ценника нету. Ну, так они выглядят очень хорошо. Увидела я вот такой вот термос, привлек он мое внимание. Давай его открывать, а он не открывается, не поддался он нам. Вот, но он весь какой-то покоцанный, пластмассовый, не очень. Выглядит, что-то он там порядка 229 гривен. Ну, очень так ширпотребовски сделано, честно говоря. Даже не смогли его открыть. Но идея хорошая. Такой большой чайник, термос. Из новинок вот такая вот чашка. Вот еще раз представлены эти вот конфетницы, фруктовницы. Вот банки для хранения стеклянные. 329 гривен большая. И меньшая, там немножко дешевле. Стаканы, рюмочки. Такие вот фруктовницы или десертницы. Вот красивые тут всегда можно подобрать салфетки. Вот набор таких двух золотых, из двух таких цветочков. По-моему, стоит 149 гривен. И бумажные салфетки в разных цветах. Из новинок приехали вот такие вот дверные коврики плетеные. Такие толстые, тяжелые. Вот стоит он 899 гривен. Честно говоря, я не знаю, как таким пользоваться, если ты его запачкал, как стирать. Но, тем не менее, вот еще есть круглые. Возможно, это просто входную зону или под стол. И вот такие коврики. Ну, качество у них не очень, но стоит порядка такого 2,5 тысяч гривен. Тут остатки летней коллекции морской тематики. Так, пледы. Вот такой вот плед, пишут они, 699 гривен. Вот в клетку такой, флисовый, стоит уже 299 гривен, уже гораздо дешевле.
Еще есть вот такие пледы в клетку, как бы шотландка классическая, 900 гривен, оранжевый 900. Есть симпатичные очень дизайны, какие-то рогожки, клетки, косички или просто пушистые, вот 1200 гривен. Вот идет клетка, какой-то плед двухсторонний сверху, со второй стороны как будто бы искусственная овчина. Стоит такой плед 1999 гривен. Есть вот синий еще со звездами, уже с оленями, совсем зимняя, с елками, 700 гривен. Сейчас вот на все пледы скидка 60%. То есть от этих цен отнимайте 60%, будет его реальная стоимость. То есть пледы порядка там, 600-800 гривен. Есть однотонные, есть цветочные принты, какие-то листики. Серый, зеленый, синий, красный, оранжевый, такие осенние цвета. Есть довольно-таки симпатичные. К ним идут еще в тон подушки, можно для кресла, для дивана использовать. И чтобы тебе было уютно, тепло и мягенько, прохладными вечерами. Вот симпатичные молочные, синие. Можно купить два комбинировать, если большое там кресло или диван. Вот такие коричневые, молочные, шоколадные цвета, бежевые, сиреневые. В принципе, можно что-то себе подобрать за более-менее доступные цены. Вот в клетку, кстати, вот по 2000, если отнять 60%, получается, в принципе, нормальная цена. Тут тоже очень хороший дизайн. Тут вот на этом столе все хорошие цвета и дизайны, и вот принты. Вживую вот этот вот синий очень красиво смотрится, и рядом с ним такой вот в листочке молочные. Так что рекомендую вам утепляться уже к сезону и окутать себя теплыми пледами. Если вам понравилось это видео, не забываем ставить лайк, подписываться на канал и делиться этим видео с друзьями. Пока-пока!